Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Нашел рецепт фирменных блинов от шефа Ивлева, теперь по-другому и не готовлю. Константин Ивлев – один из популярных российских шеф-поваров. Мне нравится готовить по его рецептам, а недавно я нашел рецепт фирменных блинчиков. Я решил побаловать своих детей, но не успеваю снимать со сковороды, как они сразу все съедают. Приготовление очень простое и быстрое, поэтому не придется долго стоять у жаркой плиты. Вам понадобятся следующие продукты. 450 грамм пшеничной муки высшего сорта, молоко 1 литр, куриные яйца 10 штук, рафинированное подсолнечное масло 200 мл, 175 грамм сахара и соль по вкусу. А теперь можно приступать к приготовлению. Объедините яйца и сахар, взбейте миксером, а затем добавьте молоко, подсолнечное масло и соль. Небольшими порциями добавляйте муку, постепенно помешивая, чтобы исключить вероятность образования комочков. Когда все будет готово, дайте тесту постоять 5-10 минут. Жарьте на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Блины получаются очень тонкими и нежными. Подавать на стол можно с любым вареньем, джемом, сгущенным молоком, сметаной или просто со сладким чаем. При желании можно использовать начинку. Мои дети обожают с творогом и фруктами. Даже если плохой аппетит, от этого угощения они точно не откажутся. Кстати, я всегда готовлю с запасом, чтобы немного отправить в морозилку на случай нежданных гостей. У меня всегда есть чем их порадовать. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.